Сегодня 15 августа 2009 года, знаменательный день. Сам Бог прислал к нам Николая Валентиновича, лучшего белоруса, которого мы знаем, из Гродненской области Белоруссии, где настоящие белорусы живут. Ясно? Он сам аккордеонист, услышал нас под окном, проходил по улице, заинтересовался, что за семья такая. А у нас, у меня младшие 10 детей, все играют на 10 инструментах каждый. И вот царь мой, кроме там 9 других инструментов, играет на гармошке, на которой научился за один день. Да? Гармошка с блошиного рынка, дешевая, там за 300 или за 400 рублей. На ней даже царь написано. Сыграй. Молодец. А частушку какую-нибудь еще сыграй, частушку, нет? Нет. Нету частушек у тебя, ну ладно. Ну все, вы так. Сейчас я это пойду.